С наступлением теплых деньков на Клязьме открылась навигация. Правда, в малых корабельных формах, но все равно. Как здорово сесть в лодку на пристани в Щелковском парке культуры и отдыха и поплыть с любимым человеком или с веселой компанией вниз по Клязьме по реке. Хочешь до Лосино-Петровского, Ногинска или Орехово-Зуева, а то и до самого Владимира, Коврова или Гороховца. Вот только цены немного кусаются. За полчаса катание 400 рублей, за час 600. И за большее время скидок не предусмотрено. Так что считайте сами, как далеко вы уплывете с вашим кошельком. А ведь надо еще обратно вернуться. И против течения.